Там, ребята, всем привет! Вы на канале The Nitro 7. Мы играем в Закономанию. Смотрите, мы уже отстроили мистическую пещеру, еще часик надо подождать. И она исследуется, ну, что такое. Вот, и я сейчас через 5 секунд. Я убираю много сильных деревьев, вам видите, это похожий лед. Ой, случайно. Похоже, лед, и вот у меня еще сейчас скретчивающее, я хочу получить снега, да, снег жесткий. У нас тут вода, пока вы не видели. Ой, это не она, вот вода. Сейчас я покажу. А вот он уже скречивается, ё-моё. Как-то протупил, малясика, извините. Тут у меня совсем маленький. Пыль. Первый уровень сейчас. Денежки с него соберу. Вообще со всех на денежку пособирать, я сразу зашел. Сразу снимать начал. Ну вот, все отлично. Сейчас ждем. Ну вот, сейчас смотрите. Тут осталось по 6, по 7 секунд. Так надо каких-то драконов отправить учиться. Давайте отправим учиться. Будто нет, у нас денег нет. Свитки есть, немножко. Ну ладно, чуть попозже пойдем, значит, учиться. Ну и так. Собираем. Еще вот, собираем. Блин, ну даже не 12 уровень. Ну, серьезно. Я все свои деньги просто вкакал. Еще это еще чуть-чуть. Вот, готово. Это немножко заданки я выполнял, но я думаю, вам бы не интересно было смотреть, как я выполняю по заданке. И смотрите, я что от вас буду что-то скрывать, я просто выполнял заданки. Ой, такс, Макс. Ну, остались только большие деревья. Большие деревья я еще пока что не буду убирать, дорого, если мне еще и не хватает. Может, 16 тысяч, но просто не хочется. 16 тысяч впустую, может, не так уж и много. Что это? Ну, давайте поиграем. Давайте-ка. Айен довольно-таки прикольный. Давайте бросим вызов ему. Хорошо. Отлично. Мы против него сражаемся сейчас. Так, удар. Отлично. Прошел урон. Так, ну он нам тоже нехило сносит, так. Что вам сказать? Так, что же больше? Ну, на каждых драконов по-разному, я хочу сказать. По-разному. Так, извините, идеально не попадаю. Потому что не хочется промахиваться. Я часто промахиваюсь. Промахивался раньше. Так, подождите. Вот давайте его снесем уже. Так, идеально, отлично. И вот мы его снесли, так. На сейчас саламандра. Мимо, серьезно. Это прям как подарок для нас какой-то. Давайте его продамажим. Так, сейчас он... Бам! И он нас не убивает. Что-то на компьютере кричит. Так, опа! Мы убиваем. И сейчас мы... Вот так, саламандру. На! Держи удар. У нас саламандра тоже одного убивает. Сейчас мы нашу саламандру ее дамажим. И вот этим мы еще завершаем. Все. Отлично. Мы победили. Тандра-дан-тан. Все вообще отлично. Так, две звезды у нас. Так, ну видите. Жестко. Ой. Давайте 3 победы хотя бы в этом выпуске насобираем. Попытаемся, как минимум. Ну ладно, ой, у них туземец. Ай-яй-яй.
Мне это не нравится. Это очень так-то плохо. Давайте сразу туземца бить. Потому что туземец это страшно. Это больно, я бы даже сказал. Мы сейчас туземца попытаемся полностью продамажить. Ну и все, он одного сразу убивает. Ну мы сразу туземца пытаемся вообще убить, чтобы он вообще даже никого не трогал. Так, все отлично, убиваем туземца, и все, теперь как-то будет полегче без туземца. Так, он промахнулся. Если огнем в того. Ну давайте поэтому огнем продамажим. Так, отлично. Сильный удар получился довольно-таки. Ладно, давайте уже его разнесем. Отлично. Ну и сейчас еще другая тьма, а этим побольше будет. Отлично. Ну, я думаю, мы сейчас вынесем на 2 звезды его. Так, вот что? Так, о, мы сейчас гнев дракона возьмем. Так, давайте. Это удара. Отлично, мы его убиваем. Как обычно, 2 звезды. Мы его выигрываем. И давайте еще один боёчек сыграем. Найти соперника. Ой, тут все по-сложному. Давайте хоть как-то все упростим задачу. И пойдем не на 12 уровень, а на 10. Так, ну поехали. Сейчас Саламандра покажет, на что она может. Ну что, ясно. Так, дамажим. Сейчас он будет бить. Так, ой, больно. Давайте. Ребятки, тут такая у меня тактика. Я сразу пытаюсь истребить одного. Мне одного сейчас убьют сразу. Это уже понятно. Сейчас мой дракончик снова продамажен, но я всегда убиваю кого-то сильного. Ой, каменный щит. То есть урон не проходит, да? Хорошо, давайте по нему. Пытаемся на 113, но каменный щит он включил, это не есть хорошо. Так, мне сейчас этого дракончика все убьют. Мне до сих пор действует каменный щит, поэтому я по нему подаю. Ой, мимо, все, и моего дракончика убили. А, нет, мимо. Смотрите. Ну, им же урон просто не нанесет из каменного щита. Так, ну нас одного уже убили. Мне кажется, мы проиграем в этом, в этой дуэли. Ну, он просто берет каменный щит, что вот. Говорит, просто берет каменный щит. Ай, ну и все, нас убивают. Да, неправильно я, наверное, что-то делал. Давайте сейчас кого-то прокормим. Чтобы вот он был сильный-сильный. Даже сказал сильный-пресильный. Вот давай тебя, Арти. Не, у меня кто-то там был 9 левел. Давайте посмотрим, кто у меня же 9 левел еще. Вот тут, ну, у меня... Блин, 9 левел был такой качный. Все, он у нас 9 левел уже. Сейчас мы соберем фруктики наши. Пойдем, наверное, снова в драку. Ой, не крепость, она вот... Конечно, ролик получится затяжным. Но, ребята, зато интересно. Я вот все для вас стараюсь. Так. Отлично, у нас 3 энергии. Давайте попробуем. Я, наверное, пойду на легкого.
Потому что мне просто нужен... Мне нужны очки сейчас. Так, отлично, разносим. У них тут земля здесь. Ну, блин, почему у всех есть? Хочу 12 левел, ребятки. Так. Одного у меня уже нету. Ну и у них одного нету. Мимо, серьезно, вы, ребят, ну это просто, ну, так как так-то, давайте уже хоть так. И он еще и не умер. Ну ладно. Ладно, мы его убивать не будем, хай еще будет жить. Мы других попытаемся подобивать. Ладно, так уж и быть, мы его убьем, не идеально, вот. Скоро будем за гневого дракона. Ну что, у меня один, одного. Сейчас подарок. Так. Отлично, на идеально бьем еще два раза, на два удара. Так, больно, больно. Ай! Ну все, не будет гнева дракона, мы одного убиваем. И мы, скорее всего, проиграли. Хотя подождите. Ну идеально. И, пожалуйста, промахнись. Ой, мне прям повезло. Фух, идеально. И. Ой, ё-моё, мы все, мы проиграли. Да, ребятки. Печальненько. Ну ладно, значит, встретимся уже в следующем видео, а на этом я буду ждать. Всем удачи, всем пока.